Ночное небо, прекрасное и загадочное. Во все времена, сколько существует человек, это и тема для разговоров у костра, и содержание древних мифов, и трепет перед тайной мироздания. Много лет назад, глядя на звездное небо, люди каждую ночь замечали на нем изменения. По небу двигались планеты, пребывала и убывала луна, вспыхивали и гасли метеоры. Благодаря первым простым наблюдениям в небесных явлениях удалось заметить закономерности. Так появились первые календари. Календарь помог развитию сельского хозяйства. Возникали поселения, стали набирать силу молодые цивилизации. На первых картах звездного неба яркие звезды объединились привычные для нас созвездия. Звездные карты применялись в навигации, помогая путешествиям и торговле. Но первые астрономы не понимали причин наблюдавшихся на небе явлений. В те времена ученые и философы воспринимали космос через древние мифы. Древние греки применили рациональный подход и сделали первые шаги к отделению молодой астрономии от древних мифов о небе. Величайшие умы эпохи – Пифагор, Эратосфен, Аполлоний и Птолемей – разработали первую научную систему, способную предсказывать астрономические явления. Наблюдая за кажущимся движением небесных объектов вокруг Земли, древнегреческие астрономы поместили нашу планету в центр Вселенной, создав тем самым геоцентрическую систему. Аристарх Самосский был первым, кто еще в III веке до н.э. предложил гелиоцентрическую модель, считая, что в центре мира находится не Земля, а Солнце. Но эта теория оставалась непризнанной в течение многих столетий. И только Коперник в XVI веке возродил точку зрения Аристарха. Она была поддержана наблюдением движения планет, которые выполнил датский астроном Тихо Браге. Наблюдения, подкрепленные расчетами Иоганна Кеплера, подтвердили правильность гелиоцентрической системы. Все планеты, включая Землю, вращаются вокруг Солнца. Но настоящая революция в астрономии произошла в 1609 году, когда Галилей впервые направил в небо телескоп. Сделав это, он расширил горизонты известной Вселенной, раз и навсегда положив конец геоцентрическим взглядам, сохранившимся от древнего мира. Телескоп — это прибор, который собирает тусклый свет удаленных небесных объектов и строит их детальные изображения. Чтобы разглядеть такие объекты, нужно собрать от них как можно больше света, а значит, большими должны быть линзы или зеркала телескопа. Сегодня в распоряжении ученых находятся огромные телескопы, оснащенные современным оборудованием и сложным программным обеспечением.
Они позволяют изучать Вселенную, раскрывая ее секреты. Диаметры зеркал таких телескопов достигают 8 и даже 10 метров. Мы можем увидеть космические объекты такими, как они выглядели в самом начале существования нашей Вселенной. Чтобы получить более качественное изображение, гигантские телескопы обычно устанавливают в горах, высоко над плотными слоями атмосферы и вдали от городской засветки. С их помощью мы можем заглянуть сквозь пелену времени глубоко в космос, чтобы увидеть Вселенную такой, какой ее не знали люди прошлого, бурлящей и опасной. Мы кажемся себе ничтожными по сравнению с масштабами грандиозной игры жизни и смерти этого яростного мира. За последние десятилетия мы сбросили оковы гравитации, проникли в космос и открыли новую эру в наших исследованиях. Благодаря выходу в космос мы увидели нашу планету со стороны в виде вращающегося вокруг Солнца хрупкого бледно-голубого шарика, пугающе уязвимого в холодном и враждебном мире космоса. Космические технологии изменили наш образ жизни и восприятие мира от точки на карте до крошечной и почти незаметной планеты в огромной Вселенной. Но польза, которую приносят космические исследования, во много раз превышает затраты на них. Появились технологии, позволившие вынести телескопы за пределы атмосферы. Космические телескопы видят Вселенную на таких длинах электромагнитных волн, который не пропускает воздушная оболочка нашей планеты. Каждое новое поколение телескопов, начиная от простого инструмента Галилея, позволившего увидеть спутники Юпитера, и до космического телескопа имени Хаббла, открывало новые окна во Вселенную, бросая вызов прежнему пониманию мира. И с каждым новым шагом мы удалялись от старого представления о том, что находимся в центре мира, подобно путникам, изгнанным на край огромной и негостеприимной Вселенной. Сегодня мы знаем, что Солнце — это всего лишь типичная карликовая звезда размером около 1,5 миллиона километров, которая находится в 150 миллионах километров от Земли. Солнце — это газовый шар. Высокие температуры и давление в его ядре привели к запуску термоядерных реакций, превращающих легкие элементы в более тяжелые. При этом в космос постоянно излучается энергия. Это и есть та самая энергия, которая согревает Землю, поддерживая жизнь в океанах и на континентах. Иногда на поверхности Солнца возникают сильные локальные магнитные поля, порождающие солнечные пятна.
Здесь может накапливаться огромная энергия, которая выделяется в мощных взрывах, солнечных вспышках. Вспышки на Солнце сопровождаются выбросами в межпланетное пространство частиц высокой энергии. Потоки таких частиц иногда достигают Земли, нарушая радиосвязь и вызывая полярные сияния. Сегодня Солнце — это стабильная звезда. Оно будет равномерно излучать энергию на протяжении ближайших 5 миллиардов лет. Но рано или поздно водород, топливо для его термоядерной топки, закончится, и тогда Солнце расширится, чтобы стать красным гигантом, поглощая все близкие к нему планеты, включая Землю. Затем, сбросив внешнюю оболочку, оно сожмется в крошечную звезду белого карлика. Самая близкая к Солнцу планета — это Меркурий, безжизненный мир, практически лишенный атмосферы. Его поверхность испещрена кратерами, следами ударов десятков тысяч упавших астероидов и комет. В 2004 году ученые отправили к Меркурию космический зонд Messenger, чтобы исследовать этот чужой мир. Аппарат передал нам множество научных данных, а также снимки поверхности планеты с высоким разрешением. Вторая планета — Венера, немного меньше Земли. Ее атмосфера состоит из углекислого газа, а облака содержат пары серной кислоты. Температура на поверхности Венеры достигает почти 500 градусов по Цельсию. Здесь обнаружена интенсивная геологическая активность. Излияния лавы постоянно меняют облик планеты. Из-за этого поверхность Венеры полностью обновляется каждые несколько сотен миллионов лет. Третья планета от Солнца — наша Земля, с океаном жидкой воды и атмосферой, насыщенной кислородом. Земля — это оазис жизни в Солнечной системе. Естественный спутник Земли — Луна. Она примерно в 3,5 раза меньше Земли и лишена атмосферы. Поверхность Луны — покрыта кратерами, которые, как на Меркурии, возникли в ходе бесчисленных столкновений в ранние периоды формирования Солнечной системы. Луна — это единственное небесное тело, на котором побывали люди. Марс — четвертая от Солнца планета. Самое близкое расстояние, на котором иногда подходит к Земле, около 55 миллионов километров. В последние десятилетия ученые упорно изучали Марс и раскрыли многие его секреты. Составлена полная карта его поверхности. Здесь видны многочисленные кратеры, огромные потухшие вулканы и глубокие каньоны. Давным-давно на этой красной планете была жидкая вода. Сейчас она превратилась в лед. Возможно, какие-то простые формы жизни и существуют в грунтовых водах под поверхностью Марса. Но пока нам это неизвестно.
Ученые продолжают исследовать Марс с помощью дистанционно управляемых межпланетных зондов. В будущем Марс станет целью для полета человека. Юпитер – самая большая планета Солнечной системы. Его диаметр более чем в 11 раз превышает диаметр Земли. Его плотная динамичная атмосфера в основном состоит из водорода и гелия с добавками метана. Легко узнаваемая деталь в атмосфере Юпитера – большое красное пятно. Этот огромный антициклон, в два раза превышающий размеры Земли, бушует уже несколько сотен лет. Среди почти 70 спутников Юпитера два представляют особый интерес. Это Европа, где под ледяным панцирем скрывается глубокий водяной океан. И Ио с ее вулканами и постоянными извержениями лавы. Сатурн. Наверное, самая красивая планета во всей Солнечной системе, благодаря его грандиозным кольцам. Кольца Сатурна состоят из каменных и ледяных частиц. Скорее всего, это фрагменты бывших спутников, разорванных гравитацией планеты. Очень интересен мир одного из спутников Сатурна – Титана. У него обнаружена атмосфера, насыщенная органическими веществами. На холодной поверхности открыты озера из жидкого метана. Следующая от Солнца планета – Уран. Как и у Сатурна, здесь тоже есть большая, но менее впечатляющая система колец. И, наконец, самая далекая от Солнца планета – Нептун. Она похожа на Уран, но обладает более активной атмосферой. За Нептуном начинается область, в которой движутся вокруг Солнца ледяные карликовые планеты – Плутон с Хароном, Эрида, Макемаке, Орк, Хаумея и Седна. Эти объекты, вероятно, как и сотни еще не открытых карликовых планет, а также тысячи более мелких объектов, расположены на периферии Солнечной системы, называемой поясом Койпера. Кроме пояса Койпера, между Марсом и Юпитером существует главный пояс астероидов, где движутся сотни тысяч каменных и железных глыб различных форм и размеров. Космическим аппаратам удалось добраться до некоторых из них и детально их изучить. Зонды даже совершали посадку на некоторые астероиды и ядро кометы, изучая их поверхность. Наконец, в Солнечной системе существует множество небесных тел, состоящих изо льда и пыли, иногда мы наблюдаем их в виде комет. В прошлом кометы в небе считались предвестниками природных катастроф и политических потрясений. Солнце и все его планеты принадлежат гигантскому скоплению, содержащих не менее 200 миллиардов звезд. Это наша галактика, Млечный Путь. Недавно были обнаружены планеты, вращающиеся вокруг других звезд нашей галактики. Изучение этих новых и порой очень необычных миров – быстро развивающаяся область наблюдательной астрономии. Звезды бывают разных типов и размеров, но ни одна из звезд не живет вечно.
Жизнь звезд продолжается от нескольких миллионов до нескольких миллиардов лет. Но когда их водородное топливо истекает, они умирают. В большинстве случаев звезды умирают стремительно, сбрасывают оболочку, либо взрываются, превращаясь в зависимости от своей массы в белые карлики, нейтронные звезды или черные дыры. Обычно звезды объединяются в так называемые звездные скопления, которые подразделяют на два типа – шаровые и рассеянные. В шаровых скоплениях гравитация сближает звезды, формируя из них сравнительно плотный шар. Возраст скопления можно определить, исходя из распределения типов звезд внутри каждого из них. Так астрономы получают ключ к их истории. Шаровые скопления – это типичные объекты внутри галактик. Некоторые гигантские эллиптические галактики содержат до 30 тысяч шаровых скоплений. В отличие от шаровых скоплений, рассеянные скопления состоят из меньшего количества звезд, почти одинакового возраста. Звезды в рассеянных скоплениях слабо связаны между собой гравитацией. Такие скопления теряют некоторые или даже все свои звезды из-за притяжения других звездных скоплений или газовых облаков в ходе их вращения вокруг центра Млечного Пути. Как правило, рассеянные звездные скопления существуют несколько сотен миллионов лет. В межзвездном пространстве встречаются громадные облака из пыли и газа, туманности. Они состоят из водорода, гелия и других ионизованных газов, а также пыли с разной плотностью и разными свойствами. При подходящих условиях эти сгустки пыли и газа сжимаются под действием собственной гравитации. В итоге могут запуститься термоядерные реакции, и тогда загорается новая звезда. Величественные акты рождения новых звезд из уплотняющихся газа и пыли продолжаются и по сей день. Из сброшенных верхних слоев расширяющихся звезд, подобных Солнцу, образуются планетарные туманности. Внутренняя часть звезды, сбросившая оболочку, превращается в белого карлика. Остатки взорвавшейся звезды, сверхновой, порождают особый вид туманностей, поставляющий межзвездное пространство атомы тяжелых химических элементов. Они незаменимы для возникновения жизни. Такие туманности – это следы взрывов массивных звезд. Наша галактика относится к классу спиральных с диаметром порядка 100 тысяч световых лет. В ее центре находится гигантская черная дыра. Ее масса близка к суммарной массе 4 миллионов Солнц. Несмотря на свой колоссальный размер, Млечный Путь не единственная галактика во Вселенной. Известны сотни миллиардов галактик разных форм и размеров.
Эллиптические галактики обычно состоят из более старых звезд. Спиральные галактики обычно содержат яркое ядро и два спиральных рукава, исходящие из центра галактики и состоящие из множества звезд. Примерно четверть всех наблюдаемых галактик относится к спиральным. Галактики без ярко выраженной формы называются пекулярными или неправильными. Помимо звезд, в них очень много газа и пыли. Большинство неправильных галактик зарождались как спиральные или эллиптические, но их деформировала гравитация соседних галактик. Под влиянием гравитации из отдельных галактик сформировались их группы, скопления и даже сверхскопления. Галактики внутри групп и скоплений нередко взаимодействуют между собой и даже иногда сталкиваются. Такие столкновения могут изменить и форму галактик, и ход их эволюции. Наша Вселенная, состоящая из галактик, находится в постоянном движении, стремительном, прекрасном и яростном космическом танце. Похоже, что наша Вселенная образовалась почти 14 миллиардов лет назад в результате грандиозного расширения, большого взрыва. С тех пор Вселенная продолжает расширяться. Ее расширение не только продолжается, но и ускоряется. Но несмотря на все, что мы узнали, много важнейших вопросов о возникновении и будущем Вселенной остаются пока без ответа. Мы живем в грандиозной и полной энергии Вселенной, превосходящей все человеческие мерки и представления. Но Вселенная подчиняется строгим физическим законам. Они позволили зародиться необычайному феномену, который мы называем жизнью. Мы смотрим на мир, находясь на небольшой бледно-голубой планете, вращающейся вокруг ничем не примечательной звезды, расположенной вдали от центра галактики. Но у нас есть удивительная возможность вглядываться в глубины Вселенной в поисках ответов на главные вопросы бытия. Перевод Ольги Хусаиновой под редакцией доктора физико-математических наук Сергея Язева, Иркутский планетарий. Шоу дублировано компанией Svensson's Art Media по заказу культурно-просветительского центра имени Валентины Владимировны Терешковой в 2015 году.
Thank you.